Здорово, парни, всем привет. Кстати, хотел тут про одну вещь сказать. Вы у меня в друзьях ВКонтакте есть? Нет? А у меня там место еще есть, и я тут подумал. А давайте, пока 10 тысяч не наберется, я буду всех друзей добавлять, а? Мне кажется, отличная идея. Так что да, ой, господи, я что-то подобрал, у меня что-то выпало. Мне кажется, таблетки от геморроя, они-то получше будут. Пилюли от головной боли, отлично. Ну, получается, у меня много пилюль. Я думаю, это то, что надо. Эта дверь заперта совсем. Так, да, добавляйтесь, друзья, ВКонтакте. Ссылка есть в описании. Я добавляю всем. Темно. Что включить? А, я тебя добавил новый фильтр фотоаппарата. Так что сперва давай побрюжи, как полагается. Ну, потом-то попробуй. Прикольно. Нашел что-нибудь? Еще. Господи, я похож на собаку и ищейку, а как будто наркоту еще. Так, в этих ящиках наркоты нет. О, походу кокаин есть в компьютере. Он как дед какой-то кнопку тыкнул. Это наблюдательная комната, давай глядимся. Что-то происходить стало. Так, и ты, следователи, ученые. Физически, симптомы отсутствуют. Это большой шаг вперед. В остальном, без изменений. Зачем я на это вообще время трачу? Мы не улучшаем процедуру, мы ее совершенствуем. То, чего хочет клиент. Такой проект требует очень длительной работы. Уже достигнут успехи. Если вы не можете уложиться в срок, доктор, мы вас пошлем нахуй. Это отправить к остальным. Да, внимание, мат, 18+, эмоции, бомбежка и прочее. Да, да, вы готовы. Они экспериментируют на зомби. Держат их в клетках. Зачем? Наблюдают. Что-то создают. Дерьмо. Фрэнк, мы тебя строим этих уродов, да? Эй, полегче. Делаем материал, делаем ноги, делаем деньги и все. Больше ничего не делаем. Внимание, не на переработке. Не хочется. Это трусы сегодня одеть. Фу, Фрэнк! Блин, чё, все такое. Странно, что как-то камера очень медленно переключилась. Фрэнк, черт, пароль нужен. Два анализатора спектра может помочь. Да, да, да. Ты снова копался в моем фотоаппарате. Ну окей, все вроде есть. Мне кажется, он просто помахал рукой перед панелью. Объект 324B21. Можете начинать. Начинать что? Заманить, убивать. Окей, интересно. Мы драться, что ли, будем сейчас с огромными зомбаками? Не, ну ладно, вроде с людьми. А, кстати, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы видосы новые не пропускать. Только сейчас YouTube машнит, видосы новые не присылает. Вы даже вот у меня выйдет новое видео по The Resident Evil 7 за день до релиза. И вы об этом не узнаете. Будет вообще грустно. Кстати, эта игра тоже японская, если вы не знаете, парни. Никогда не вижу, чтобы зомби пугались. Господи, Фрэнк, посмотри на нее. Ей больно. А, только один путь есть, через эту комнату. Интересно. Приманка не работает. Нет, постой, работает. Господи, какая ножка вкусная. Я бы сам что-то сделал, вгрызся в такую ножку. Так, перч. Это сейчас будет что-то плохое, наверное. Ой, и, блин, ладно тебя в срок. Я зомби жёг. Что ж такое я делаю? Почему я такой плохой? Кому шашлычка? No? Что? Никому? Твою мать, Фрэнк! Дороже всякой жути, ты инфурсу, а ты только и можешь тут парковать. Не надо вот, я еще фотографировать могу всякое и думать немного умею. Значит, тебе правда все равно, что с ним происходит. Слушай, давай сделаем то, зачем пришли, уберемся отсюда, ладно? Дурка. Фрэнк, прикольно, они сделали игру более забавной, потому что в первой части Фрэнк вообще шутить не умел. Ну, может быть, с годами сейчас у юмора приходит все больше и больше. Мне кажется, да, годы с годами ты стоишься. Шашлычок от Фрэнка. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Фрэнк! Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Я знаю, что надо сделать. Так, а я могу подвинуться? Че тут нельзя? Да блин, тут не видно ни хрена, надо отойти, значит. Окей, ща. Мне очень важна эта фотография. Ну блин, я хотел с языком. Что-то не получилось. Ну и ладно.
Прикольная машина для испытаний, честно говоря. Вот я сглаживание поменял. Ребят, видите кто-то изменения? Так, сейчас посмотрим. Ну, да, вроде то же самое. Вроде то же самое. Не, ну чуть-чуть. Ну, оно, картинка почетче стала. Я из этого... Потому что реально что-то мыло было, а сейчас хоть как-то почетче. Нужно что-то посмотреть. Нужно все сфотографировать. У них лица одинаковые. Да, родственники, наверное. Заткнись. Да, и правда. Они все абсолютно одинаковые. Они все. Что-то есть. Нужно анализатор спектра. Ладно, давайте, хватит кривляться. Сфоткаем и все, достаточно. Ой, это считай геймплей от первого лица, парни. Китайская еда явно лечит голову лучше, чем таблетки. Я просто уверен. Come on, Frank. Ага, вон оно как, постой. Что? Почему он фиолетовый? Что эти ублюдки себе позволяют? Что же этот летсплейщик себе позволяет, а? Это, интересно, деньги какие-то 40 или это количество фотографий, которые я могу сделать? Это азбука Морзе. Постой, дальше. Постой, азбука Морзе. That's not right. А, вот она. You know what this is? Знаешь, что это? Ага, результат теста ДНК. Они клонируют людей, как подобных свинок на опытах зомби, экспериментируют в нежных клетках. Вик, эта статья принесет нам все награды мира. Пойдем, пожалуйста. Давай. Давай о том, как нам выбраться отсюда. Я никуда не пойду. Я сожгу это место с землей, сравняю. Господи. Там кто-то плачет. Вик, мы свое дело не сделали, идем. Фрэнк, хватит. Что ты делаешь? Черт возьми, я чувствую, я зря это делал. Там просто сидят эти клоны зомби. Сейчас еще вояки придут и мне трахнут в сраку. Я не хочу. Жуть какая. Ну как хороший. Да, отлично. Похоже, они пытаются превратить вирус в биологическое оружие. Их нет. Нет, черт возьми. Что ты творишь, черт побери, как же собираем материалы и валим? Я не могла, я не могла. Успокойся, Вик, что я говорил? Держи себя в руках, из-за тебя мы оба в опасности. Я хотел оставить ее там. Использовал ее ради чего? Надо выбираться, сейчас свои фотографии идиотские. Я журналист, Вик, работа у меня такая, события освещать. Если тебе это не по силам, если не можешь отстраниться, нечего тебе здесь делать. Ой, они видели наши лица, нужно их убить. Ее, и их тоже, и вообще всех. Блин, нас разлучило, по-моему, или мне кажется. Нет, мне, черт возьми, не кажется. Все службы безопасности на местах, мы загнали немедленно. Разрешен огонь на поражение. Кстати, это тоже... Нифига себе, это... А я думал, это гранатомет. Так, электронный топор. Сейчас заблокирует возможность. Так, сразу, что музыка такая веселая здесь. Так, 5 секунд не пройдешь, может здесь что-то полезное найдется. Постойте, а что тут? Обойдем, обойдем. Кувалда, отлично. Так, кувалда есть, создать комбинированное оружие. А как это делается? Удерживайте 7, чтобы открыть список оружия ближнего боя. Окей. Комбинация. Ну окей, я нажал. Компоненты нажмите. Я не могу понять, что ты хочешь, комбинировать. А, левой надо. Тут все так мелко и размыто, что хрен пойми, что же, что жаль. Старая добрая кувалда. У, кувалда с гранатами. Вот этого в первой части не было. Ну да, всем другое дело. Так, подберем, может, медицинский набор получше будет, чем китайский, чем витамины. Я думаю так. Кстати, эту игру тоже делали японцы, то есть... делают ее японцы, но очень на европейский манер, скажем так. И да, третья часть была на русском. Я очень хочу поиграть во вторую, попробовать, потому что вторую я слышал много, но как-то вот у меня руки до нее не дошли. Первая мне понравилась, но уж слишком она была хардкорная. Действует экстренная блокировка. Я вам еще много историй расскажу, но думаю уже как-то ближе... потом. Ближе к потом. Защищающий удар.
Потому что сейчас еще какая-то сюжетка идет, потом я чувствую, будет меньше. Но меня радует, что здесь сюжетки явно больше, чем в предыдущих частях. В первой части, например, сюжетки было как-то маловато. Испытание, наградка мне дали, я молодец. Вот это мясо, вот это кровяк. И все это, кстати, реально игра стоит покупки. Стоит 2К на ПК, вот наконец-то Microsoft образумились. То у них все эксклюзивы были по 4К, ребята. Уже 250, господи, вот я монстр. У нас сейчас одна задача, убивать зомби, если думаете, типа, чё, нет, тут что-то машут, делает, нужно идти куда-то надо. Не, чуваки, не надо, просто зомби. И она стоит того, я ее рекомендую, парни. Вот теперь я могу действительно сказать какое-то мнение, дать рекомендацию. Eugene recommends this game. Yes, motherfucker. Кофе. Так, убить зомби. Постойте, а куда бежать? А, последний. А, еще один остался. Черт возьми, вот они что-то затупили, бывает. Зато бывает у всех. Блокировка снята, всего наилучшего. Блин, я слишком стар для этого дерьма. Новые навыки. Ну, наконец-то классическое вот это все, потому что помню потратить F2, окей. Раньше, помню, была система другая. В первой части вообще иначе работала. Там автопрокачка была, но это было неприятно. Вот здесь оно лучше. В третьей, кстати, была ручная. ПП. Выживание, перестрелка, стойкость. Давайте на стойкость апгрейда, потому что вся нужно. Повышать максимальный запас здоровья. Общий уровень выносливость. Скорость передвижения, срывает время реакции при увороте. Картинка просто отпад на вовлечение. А, постой, просто... Оно начинает немедленно выставиться только в небо. Окей, мне подходит. Реально, при игре много приколюк. То есть я чувствую, что игру делали максимально несерьезно, абсолютно специально. Мне это на самом деле нравится, честно. Мне кажется, что это очень хороший подход. И внешняя игра выглядит не слишком современно. То есть я думаю, сами можете посмотреть на графику и сказать, что это не уровень 2К16. Это не уровень, но выглядит это все симпатично. Это, наверное, замок отворот. Но это обычный кодовый замок. Значит так, баран, слушать сюда. У нас здесь люди, и нужно с ним разобраться. Так точно. Ну, вкратце смысл был такой. Инициировать. Что творится? Убейте, убейте их всех! Сбежим, парни. У них там драчка началась. Побег с 2 за 2000 опыта. Окей, я доволен. Пока что очень много сюжета. Не дай бог, у тебя нет машины. Что за... Нет! Нет, Вик! 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 О, черт. Таймер будет? Дерьмо! Черт! 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 Как будто побег из черного дельфина. Пентагонский пресс-релиз 5 сентября 2021 года. Прошлым вечером Фрэнк Уэст напал на безоружных охранников в центре подготовки резервистов в Ла-Мейте, штат Колорадо. Уэста уже объявили в федеральный розыск. Самый большой в мире молот. Ведь ему было давно распродажа Черной Пятницы. Это тогда, как все случилось. Нет, это еще хуже. Это... Они открыли его заново.
4 месяца спустя, где-то на Среднем Западе США. Картинка похожа на обложку Max Payne 2, парни, где там Макс целуется с женщиной. Ну, так не кажется. Фрэнк Уэст? Am I under arrest? Я арестован? Possibly. Возможно. Leaning towards... То есть, скорее да. That depends. Зависит от обстоятельств. Вот. Oh, well, you work with others. Хорошо ли ты работаешь в команде? Oh, well. Ну, вообще-то как раз не очень. А я просто жутковато тут не находишь. Свежий воздух, бы да. А я так надеялся, что получится. Так, ну, в общем, есть немного времени, о чем поговорим. Я знаю, кто ты. Полковник Брэд Парк. Директор КБЗ. Я плюс событий каждый день смотрю зомби-новости. Ну, разумеется. Тогда тебе должно быть известно, что задача КБЗ — бороться с зомби на территории США. Да, затни рот любому, кто знает правду. Мне это известно. С СПС. В Уилламате началась новая эпидемия. Что? Эпидемия. Она и так про это не слово. Давно она началась? 6 недель назад? Да ну. Невозможно заставить молчать так долго целый город. Не для них. Кого? Пентагона. О, черт. Что ты там делал? Ты знаешь, что я видел. Кто не знает, Фрэнк? Я знаю только потому, что кое-кто облажался и отправил мне секретный отчет. Этот центр подготовки резервистов? Я ни разу еще никого тут не встречал. Город полностью отрезан от внешнего мира. Черт, даже с путевых снимков не было уже 4 месяца. Полная изоляция. Но... Да, более зловещая тайна. Это почему ты, Фрэнк Уэст? Преподаешь на вечерних курсах, вместо того, чтобы все разнюхивать раньше меня. Я ушел. Ты ушел? Да. Ушел. Знаешь, сколько эпидемий я пережил? Сколько я их освещал и что я получил благодарность, а? Ни черта. Ни тебе спасибо, ни цветов, только записная книжка, полная покойников. Награда National Headliner 2006. Разоблачение первой зомби-эпидемии на территории США. Полный фотоотчет. Несколько медалей, несколько степеней. Да, но ты о главном не забывай. 3 недели спустя я пытался доказать причастность Пентагона и правительства США. Происходящее мне заткнули рот. У тебя не было доказательств. Едем со мной в Уилламет. Разоблачим этих мудаков. И на этот раз, как полагается, Фрэнк, на кону гораздо больше, чем один город. Скажи сейчас вся страна, весь мир. Нет. Я пас. Извините. Тот, кто это вскроет, сорвет большой куш. Возможно, вернет что-то из утерянного. Но вообще-то, я удивлен, что ты дал новичку себя обскакать. О чем ты вообще? Это твоя студентка, так? Мне кажется... Oops. Ой. И та фотография. Вик. Видели фотка там голый полотенце дрочит? Бля, господи! Типа, давай поговорим за жизнь. Ну и команда у тебя! Подлетаем к Уилламету. Да нифига себе, команда. А, блин, 2 человека. А это кто? Ну, я видел эту женщину. Ой, черт тебя за ногу. То есть что, вот так вот серьезно?
Нас просто собьют, я думаю, правительственная операция, все дела. Давайте туда отряд. Взять живым или мертвым. Фрэнк. Фрэнк, что? Просыпайся. Фрэнк. 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 Что? Просыпайся, ты чё это бормочешь? Ух, так кто сломал твой вертолет? А твоя профессиональная наблюдательность в деле. Здесь, чтобы раздавить пол. Сдерживать их чем? Чёрт, я дерусь гитарой. Чё надо? На Брэд напали, по-моему. Да я пытаюсь, Брэд, постой, мне гитара весит 10 килограмм, мужик. Ты чё мешаешь зомби бить? Ты глянь, сыкую красаву нашел. Да, зомби фудкорт самый худший, да ладно, они наоборот самые мирные были всегда. Постой, мы в фудкорт упали. Амазона фудкорт. Он что-то изменился, по-моему. То ли я его не знаю. Давайте, ну-ка, чтобы не потратить тюрьму зря. Да! Вот это место, ну, правда, кусок головы себе отлетел. Был бы покруче, конечно. С железки покупать у торговцев снарягу. Хорошо, уходим. Берем круассан, кофе и... так, подлечимся. И бубель берем. Да, у нас есть... Прикольно, кстати, переключение сделать, смотрите. То есть, если у меня револьвер, я могу его выбрать, просто прицелившись. И перезаряжать его, как я понимаю, не нужно. Давайте вот мы возьмем револьвер, я попытаюсь его перезарядить. Не нужно перезаряжать. И я могу менять между мачете и револьвером мгновенно, абсолютно, очень быстро. То есть, видите, прям... Очень забавно, как у меня какая-то цифра вылетает. Я не знаю, почему. Я могу делать так. Да, давай, давай, давай. Надращивай, надращивай. Меня это позабавило. Так. Нам надо укрыться. Отель вроде подойдет. В лучшем случае, 3 звезды. Ты прилетишь поесть? Надо мне тут смотреть. Ладно, встретимся в отеле. Я, кстати, бы сфоткал вот это вот. Мне кажется, прикольно. Жестокость. Замечен фигурант. Так, а мне бы развернуться. Давайте, салфач, салфач. Слишком далеко? God. Look down. Боже, вниз, сколько же их там? Yes, they were. Этих людей вакцинировали? Да, такой закон. Не понимаю, как так. Вне кадра? Что за черт про вне кадра? Давайте просто его сфоткаем, да, не салфач. Потому что салфач тяжело сделать, когда... Вот, наконец-то! Получается, кто-то изобрел новую вакцину, которая на минуточку является более опасной, чем старая вакцина. Пистолет, 3 пистолета, охотничий нож теперь у нас есть. Окей, а что делать-то? Встретить Брэда в отеле. Так, ну ладно, как я понимаю, нам в отеле. Что стоит что? Кусок мяса. Блин, у меня голова чешется, не знаю, что такое. Обычно это признак того, что что-то происходит. Пойдем по лестнице. И что-то спускаться туда, мне кажется, как-то стрёмно здесь. Пойду тут. Управление у нас той же отзывчивое, как в первой части. Помочь где? Стычка неподалеку? Хедшот! Сейчас помогу, женщина, стойте там.
Все будет нормально, мне просто нужно... Минуту! Я иду. Ну и плохая идея. Ну, кстати, нет таймера, меня это приятно удивляет. То есть я ожидал, что 100% они завезут опять таймер в 10-й раз, но... В каждой игре был таймер, но здесь его нет. Видимо, может, он еще, может, не появился. Вес, ты где? Пейзажами любуюсь. Ладно, встретимся в отеле. Это во-первых. Это во-вторых. Мачете будет получше. Мне интересно, сколько вас нарубить-то надо, засранца? Обязательно будем комбинировать оружие, а вообще крафтом займемся, это все обязательно. Так, осталось зарубить этих зомби, над которыми черепушечки появились, и все. Считаем, мы готовы. Кстати, да, чем больше ударов я наношу, тем лучше становится. Мне кажется, тем сильнее у меня мачете. Женщина! Женщину! Сколько вас? Вест, я уходу в отель. Ты идешь? Наверное. Да минуту, парень. Потерпишь, сам меня вызвал, теперь терпи, как герой-любовник разбирается. Осталось буквально чуть-чуть. Вот эту толпе не убьем и все. Забрать награду? Лучшая награда для меня это, так, стоит свинцовая труба. О, старая, добрая. Это поле. Места нет, от... окей. Так, заберите награду. Бомба-липучка, СПС. Это того стоило. Там поселится выживший, я зачистил убежище. Это убежище здесь? Или что это? Видимо, это убежище какое-то. А что это за обмен сундук сокровищ? Что это считается? Сундук сокровищ. А, это ничего ценного, это просто типа сундук. Хоть потратим патроны, это же весело. Ву, у меня нет головы. А постой, револьвер-то я нафига кинул? Я хотел сундук кинуть. Так, бросить предмет. Окей, как тут его? Так, что ли? Нет, так? Окей, так-то и работает. Все, парни, а теперь убегаем. Места у нас нет, и не надо. Жалко, здесь нет катания на зомби, как было в прошлой части. Или пока... Ракетица. Не, фигово. Это не та ракетица, там не с GTA RPG-шечка. Ну, прикольно, знаете, графон обновили. Все-таки торговый центр не такой же, как был. Я просто очень беспокоился, что торговый центр будет такой же. Что они ничего не поменяют, просто текстурки новые. И на этом, как бы, все и застопорится. А оказывается, нет, они действительно обновили. Вот, как бы, вот отель. Ну-ка. Я думаю, нам пора стать сильнее. Применимо к атакам без оружия со следующим оружием. Окей, да. Так что только одно очко у нас получено. Было бы два, это был бы другой разговор. Пойдемте. А быстрее можно? Или у нас выносливость кончилась? Видимо, кончилась. Извини, оставился пирожок, Сопс? Пирожок. Похоже, мы тут надолго. Такой намек, что, типа, можно, конечно, мы почти никого не мочить. Контрольная точка. Эй, сюда! Пока нас не увидели. А это еще и селфи особое. Видите, чуваки? Так зарабатывать себе на жизнь. Чтобы метнуть гранату. Окей. Эй, чувак, иди сюда. Припушка их тут до жопы. Так, давайте уберем вот эту штуку, потому что она прикольная, конечно, но нам она не так интересна. Возьмем арбалет, вот это мне нравится, и Дина... Постой, не это. Так, Дина лук.
Это совет по комбинации, ну-ка. Какие у нас советы есть? Вот тебе и динамитовый арбалет. Вот он как работает. Вот какая тут система. Апельсиновый сок возьму с собой. Нет места? Бери с собой. Постой, надо с Конором, значит, побазарить. Можешь нам комнату? Только раздельно. А, смешно, кстати. Технически ты был первым постояльцем. Это в каком смысле? Вы не местные, что ли? Все это демон сейчас черную пейцу, которая, как ни странно, была следующий день после открытия. Хочешь сказать, что он не я и проработал, только его зомби разнесли? Нам пора дальше, дверь в хозяйственный блок ведет. Ты же там за персонажер, когда его укусили. Я даже 100 раз пытался прорваться. Коктейль молота, блин, коктейль молота, офигенно, что там. Эй, проблема у нас. Прикрывай меня, кадетка, так без солдат. Черт, серьезно, тут солдиры? Блин, он называет их фашистами. Нас напал Гитлер. Они бросают грены. Я отвык стрелять на ПК, я выиграл Final Fantasy целую неделю. Серьезно, я дико отвык, чуваки, сорян за мой очень тухлый аим, я сразу извиняюсь. Мне дико непривычно играть. Просто сдерживать, как я понимаю. Ловите гранату с сюрпризом. Получайте, засранцы. В самом начале игры нам это давали. ППХ. Там наверху еще, кстати, солдаты остались. Это довольно забавно. Видишь, что монет какие-то валятся. Тошнит же от этого места. Там наверху идите за Брэдом. А там наверху ничего страшного, что мы не всех. Видимо, нет. Возьмем кувалду. Кувалда — отличное оружие. Только, по-моему, F4, да? Совет личные тайны. Вот, да, крафтинг. Старая добрая кувалда. О, черт, ты был застразом. Вот и не заслужил. Кстати, меня Коннор зовут. Приятно знакомиться. Разлет причины эпидемии. Ты что-нибудь знаешь? Знаю, что военные говнюки охраняют что-то сверхсекретное недалеко от главного входа торговый центр. Там же крутилась эта журналистка. Как? Ну, у нее был какое-то имя. Вик. Где Вик? Сначала она сидит в помещении охраны торгового центра. Может, до сих пор там сидит? Да, парню досталось. У нее теперь нет головы. Очки в черной оправе. Примерим. Ну-ка, давайте. Попробуй мои новые очки в деле. Да, смотри-ка, секс особая. Ребята, всем спасибо за просмотр. Продолжим мы с вами в следующей серии. Узнаем, что же там внизу. И пока что-то сюжетки много, больше, чем я видел. Ну, в третьем Dead Rising, в принципе, в начале тоже много сюжетки было. Но даже там это не было все возведено в такой абсолют. Я почему-то думал по трейлерам, что игра будет намного менее сюжетной, что это будет развлекалово в основном. Но я чувствую, что это тут будет. А пока нас как бы вводят в курс дела. Только что-то вот курс дела какой-то большой. Меня даже это радует. Всем спасибо за просмотр и до следующей серии. Не забывайте про лайки и подписочки, если вам понравилось то, что вы только что видели. Всем пока и до скорой.